Астрологи объявили неделю лучшей игры 2020 года, по крайней мере, по версии многочисленных изданий и вроде как версии Стима. Это Hades. Будем с вами в него играть, посмотрим, сколько серий по нему запишем. По рогаликам сложно, на самом деле, долго что-то записывать, но говорят, что это прям что-то с чем-то. И будем с вами проверять. Я мало что про нее знаю. Знаю только, что игра крута, что многим она понравилась, знакомые мне ее советовали, посему нажимаем. Играть, адский режим какой-то есть. Если вы не боитесь смерти и других трудностей, пакт о наказании сразу же сможет усложнить вам жизнь. Выбирайте этот вариант, если вы уже много знаете о непрерывном цикле смерти и перерождении, или хотите испытать свои силы с усложненными условиями. Внимание, вы не сможете изменить это позже. Не хочу. А вдруг это про то, что вам дается всего одна жизнь и все? Мало историй рассказывают об Аиде, чье имя вызывает страх и раскаяние, напоминая нам о неотвратимой судьбе, которая едина для всех нас. Я, однако, хочу поведать такую историю. Слушай внимательно. Прощай, отец. Тартар! Это мы, да? Замечательно. Атаковать как? Будь проклято это место. Это на меня нападают уже? А ну отошли, черти. Не надо. Убирайтесь. Вообще-то странно. Души-то как вроде не виноваты. Так, сейчас нужно изучить, как работают способности. Левая кнопка мыши — это атака. Правая кнопка мыши — он что-то зарядил. Ага. Я понял, он заряжает какой-то кристальчик. Отошел. Заряжает кристальчик и кидает его. Слушайте, а разрушаемость неплохая. Ой. Тихо, 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 на меня не падаем. Окей. Е продолжить. Так, мы от бати убегаем. Я так понимаю, это сын Аида, да? Это что за черт? Я ухожу, только попробуй меня остановить. Ага. А блин, кристальчик в нем застрял. Слышь, чертила, убери свою булаву гигантскую. Так, у меня есть какой-то классный кристальчик, который можно кидаться. Это какие-то джины, колджины, да? Теперь вас двое. Давайте по одному я вас... Сюда подошел. Сюда подошел, быстро, я тебе говорю. Пернатое чучело. Ага, пробел ускоряет, это, кстати, неплохо. Можно парировать атаки так. Иди сюда. Где мой кристальчик? На. Лишний. Это что такое? Это хорошее что-то или плохое? Это плохое, это, блядь, плохое. Я думал, это друзьяшки, а это не друзьяшки. Не друзьяшки это. Не друзьяшки. Уходи. На, я тоже умею кидаться. Да отошел ты от меня, господи, на. Тварь. Окей. Пока не сложно. Еще появляются. Ёбушки-воробушки, а вас там много уже. Подошел. Подошел. Отошел. Куда-то я промазал, но хотел по вот этому товарищу. По нему промазал, попал по-другому. Хорош. Хорош, хорош. Вот она. Кто она? Принять. Загрей. Должно быть, это она. Что ж, будь что будет. Именем Аида, Олимп, я принимаю это послание. Загрей — это сын Аида. Это точно. Это прям точная инфа. Афина, богиня мудрости, приветствую тебя, благородный кузен. Давай же вытащим тебя из этого жалкого места. Я прослежу, чтобы каждый обитатель Олимпа помог тебе. И сама начну первой. А можете сразу помочь? Дайте мне какой-то шмот классный. Может, щит подгонишь? У тебя щит крутой, я знаю. Так, выберите один из даров. Божественный удар. Атака становится сильнее, может отражать удары. Урон от атаки плюс 40%. Нажми или удерживай левую кнопку мыши, чтобы использовать основное оружие отражения. Обрати атаки врагов против них самих. Удар фаланги. Бросок наносит урон врагам
в небольшой области и может отражать удары. Урон броска с 50 до 85 вырастает. Бросок на правую кнопку мыши. Божественный рывок. Рывок наносит урон и может отражать удары. Урон травка 10. Это на пробел. Давайте божественный удар, он мне пока больше нравится. 40% божественного удара. Я знаю, что ты не слышишь меня там, богиня, но все же благодарю тебя. Мне кажется, богини слышат всюду. Продолжаем. В общем, спасаем Загрея из царства мертвых. Привет, ребята. Эй, ты что такой шебутной там? Ага. Че еще придумал? Камень на тебя уронил. Дурачок. 20 монет каких-то есть справа внизу тут показано. Может, какой-то лут выпадет мне, нет? Лут. Понятно. Лута не будет. Сюда иди. Сюда иди, говорю. Хорош. Заперто. В смысле? Кто умрет следующим? Вот это какие-то опасные штуки, если на них наступить, колья вылезут, да? На. Колышек. Колышек, колышек. Кристальчик, вернее. Держи. Еще. Нет, можно? А, нельзя, нельзя, понял. Все, я так и думал. Я так и подумал сразу. Решил проверить, дурачок. На. Отражение атаки произошло, кстати. 5 дэмэджа получил, плохо. Держи. Лови. Хорош. Отдай кристалл мой. Получи 10 чего бы то ни было. Давай. У каждого выхода своя награда. А как мне хелы повысить? Я получил дэмэджа. Мне бы поднять 10 хелюсиков. Так, какая награда? Это здоровье, судя по всему, да? А это что? Мне не рассказывают, какая награда у каждого выхода. Давайте здоровье возьму. Может, здоровье увеличится? Ага. Нифига не увеличилось. До свидания, дорогой человек. Или кто-то там, не человек. Так, не надо. Не надо грязи, не надо грязи, я тебе говорю. Отошел от меня. А ты подошел. Я понял, не наступаем на львиные преграды вот эти. А то начинает горгулья плеваться. Сучья горгулья. А, вот так можно. Я понял. Пойдет. Это что такое? Что за череп смерти? Пока не очень понятно, что это за прихвостни, с которыми мы сражаемся. Они слабые пока что. Хотя, ну, это и нормально, чтобы вначале нам не давали самых сильных соперников. Но они кто? Стражи, какие-то монахи, они в каких-то капюшонах. Сердце кентавра, плюс 25 здоровья. Максимум здоровья. Этого мне хватит на время. Погоди, но у меня 59 из 75. Как мне повысить здоровье? Сердце кентавра — это неплохо. Это что такое? Тоже кость кентавра? Ой, толстенькие уже ребята пошли. Хамы! Воу, спокойно, хамы! А ну, расступились! Слышь, чертилы! Я тебя похамлю! Отошел! Ну и хам, конечно, ну ты хамло! Толстое! Со сковородкой какой-то, или что он там держит? Умер. А, конечно, два хама, и теперь какой-то этот товарищ. Они поглотили мой удар. Это я тоже заметил. Так, как хелюсики восстановить? Мне еще не рассказали. Хам помер. Хтонический ключ. Получить ключ. Интересно, где я могу это использовать? Ну, опять же, две награды, да?
Это, наверное, золото. А это хрен пойми что. Какой-то бокал с ядом. Или вином. Ну, просто фиолетовое. Больше на яд похоже. Погнали смотреть. Так. Дуболом отошел от меня. Ёбушки, воробушки, слышь, черт. Блин, я кристальчик свой профукал. Он медленный, он дурной. Отдай кристальчик. Теперь он в нем, этот кристальчик, замечательно. Просто замечательно. Просто огонь. Броня сломанная, только броня была. Отдай мой кристальчик, тварь. Просто отдай, не бегай за мной. Не надо... А, все, отдал. Нормально. Послушный. Не надо бегать за мной. Просто вот так правильно сделал. Оставил его на полу, и все. И все. На. Давай, давай, заряжайся. Ой, дурной. Ой, дурной. Кристальчик отдай. Кристальчик отдай, я тебе говорю. Молодец. Послушный молодой человек. Все. Еще один. Еще один дуболом. Ну вы скучные на самом деле. Вы медленные. От вас можно убежать. Можно разгромить царство мертвых, пока от вас бегаешь. Откинуть вас, да, на вот эту историю. Чтобы вас проатаковала она. Ты-т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 ы
Очень слабый. Еще? А, понятно, сейчас эти черепа желтые будут летать. А они вообще летают, они, то есть, не ходят по объектам наземным, они разлетались тут, твари, по воздуху, держи. Дуболом! Давайте, я зажму и буду тут драконькать, пока ты не помрешь. Правда, хелов мало. Этот звук... Что-то взял. Загрей. Это что, празднество? Кто-то отлично проводит время. Что ж, в таком случае, именем Аида, Олимп, я принимаю это послание. Окей. Дионис, бог вина. Привет, Зак, дружище, как дела? Послушай, пора бы тебе уже наконец присоединиться к нам. Мы приберегли на тебя местечко. А пока давай посмотрим, что я могу сделать, чтобы немного подсластить тебе жизнь. Отравляющий размах. Особый удар накладывает эффект дурмана. Урон дурмана 5 каждые 0,5 секунд. Неплохо. Q. Нажми Q, чтобы использовать уникальную атаку своего оружия. Хмельной выстрел. Бросок подбрасывает большой снаряд, который взрывается и создает праздничный туман. Урон броска 50-100. Нажми левую кнопку, правую кнопку мыши, чтобы использовать мощную метательную атаку. Праздничный туман. Пьяный рывок. Рывок несколько раз накладывает эффект дурмана в начале, в точке начала. То есть оттуда, откуда я прыгну, там останется эффект дурмана. Проклятие статуса. Жертва продолжает получать урон. В течение 4 секунд эффект может накапливаться до 5 раз. Давайте пьяный рывок. Будем в стиле пьяного мастера. Бог вина наведет здесь шороху. В стиле пьяного мастера будем драться. Вот, вот. Я ранен. Исцелиться не могу, но могу драться. Так, в смысле исцелиться не могу? Вот, пьяный мастер тут работает. Продолжаем. А как, в смысле исцелиться не могу? Давай это самое, исцелимся. 28 хелов, это нехорошо. Тут ловушки. Ловушки нам не нравятся. Ведьмы! Ебать, реально ведьмы. А, это ведьмы! Я думал, какие-то монахи проклятые. А это ведьмы. Так, слышь, ведьма. Я иду по твою душу. Хорошо. Ведьма проклятая. Сколько вас, Господи Иисусе? Тихо, спокойно. Ведьма. Мертвая. Хорошая ведьма, мертвая ведьма. А! Собака, тварь. На.
Отдай кристальчик. Опять ведьмы? Давай, летай за мной. Летай за мной, под дурманом будешь находиться вечно. Я говорю, стиль пьяного мастера. Все? Успокоились? Померли все? Одна ведьма там где-то была. Да, вон она. Недобитая ведьма. Сюда подошла. 5 хелов сбила мне, вот тварь. Это спряталась на той стороне, мне теперь оббегать за ней. Иди сюда. Ты что летаешь? Отсюда сюда, оттуда сюда. Сила подземного мира. 10 опять каких-то кристальчиков. Ага. Окей. Посмотрим. Так. Гранат, собственно. И какой-то красный меч. Блин, зная немного мифологию древней Греции, гранат я бы не брал у Аида. Зато он потом меня вернет с помощью граната. Ого! Не-не-не-не-не! В смысле? В смысле 12? Слышь? Тварь! Бомбами закидывают. Верни кристалл, тварь! У меня 3 хела. Мне сердце кентавра не помогает. Боже, такой радиус взрыва там неприятный. О, кристалл вернулся. Замечательно. А, они очень здоровые по хелам. В последний момент вернулся. Бегайте, бегайте, бегайте по моим этим самым хмельным точкам. Не зря я с Дионисом там сотрудничал. В виноделии. Если один раз попадут, то все, это габелла. Тихо, спокойно, кристальчик мне отдай. Держи. Ага, ага, ага. Ушел отсюда. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Красиво, на 3 хелах. Просто на крополях. У кого мой кристалл? Вот он. Там хотя бы один умрет. А, это только я броню снял. Я тебя понял. Давай, давай, побегай за мной, тварюга. Он теперь прыгать не может так быстро, да? Что-то они начали семенить, они прыгать. А, не, прыгает тоже. У вас закончится снаряд, твари, у меня всего один. Это нечестно. Кристальчик. Аккуратно, аккуратно. Этому тоже броню снял. Так, ну этот прыжок я удачно выбрал. Хочу я сказать. Интересно, что будет, когда я помру полностью. Я начну вообще с самого начала или с контрольной точки? Вот этой, допустим. Ёбушки. Целый заградительный огонь происходит. А ну подошел. Подошел. Минус один. Минус второй. Сами напросились. Что это такое? Пожалуй, рано или поздно он был обязан появиться. Именем Аида Олимп, я принимаю твое послание. Давай. Кто это будет? Гефест? Арес. Арес, бог войны. Должен признать, ты сражаешься как истинный воин. Интригующе, но в то же время ничего удивительного для того, кто был рожден в преисподней. Когда выберешься отсюда, расскажешь мне все подробно. Видишь ли, я и сам ученик смерти. Я думал, Гефест, который кузнец, а это Арес. Просто меч какой-то, мог быть и тот, и тот. Так, проклятие боли. Особый удар накладывает эффект гибели. Урон от эффектов гибели 80. Редкая история. Нажми Q, чтобы использовать уникальную атаку. Режущий удар. Бросок выпускает летящий вперед вихрь лезвий. Урон от вихря за один удар 22. Боевая ярость, следующая атака или особый удар после убийства врага нанесет больше урона, бонус к урону 150. Давайте проклятие боли. Это мой бой. Нажми B, чтобы узнать о дарах. Хорошо. Божественный удар, я могу отражать атаки, и они сильнее. Это мой особый удар. Это мой рывок. Ага, он на месте по АОЕ. Окей. Вот 3 здоровья, это прям плохо. Это прям отвратительно. Пустоголовые.
Ага, вот и пустоголовые меня и поймали. Отсюда не сбежать. И что? И что теперь? Я прошел бомбер... Грррр, проклятие. И где это я? Я дома. Дома Ида. Да-да, не отвлекайтесь, ребята, это всего лишь я. Сейчас идем с батей говорить. Ты кто такой? Здорово. Гипноз. Воплощение сна. Добро пожаловать в дом Аида. Где? Подождите-ка, я тебя знаю. Похоже, ты умер, да? Не печалься, практически все однажды умирают. Утешил. Некоторые из нас чаще других. Уже вернулся. О, батя, здорово. Это Цербер. Церби. Привет, Церби. Погладить. Хороший мальчик. Дай псу отдохнуть. А пес отдыхает. Че ты доебался? Я глажу пса. Батя, что хотел? Глупый мальчишка. Я же говорил, что никто не уйдет отсюда ни живым, ни мертвым. Что же, как прошла ревизия моих владений? Бля, бать, плохо все, плохо. Там какие-то черти меня пытаются убить постоянно. Можешь сказать им, чтобы они меня не трогали, я выйду просто спокойно за молоком. Батя. Приветствую, отец. Ревизия прошла чудесно. Спасибо, что спросил. Я, пожалуй, вновь отправлюсь в путь. Иди, иди. Мне-то какое дело? Ты все равно никогда не выберешься на поверхность. Ступай и сам увидишь. Окей, я попробую. Так, ты кто такой? Ты вернулся домой. Никто, воплощение ночи. Не отчаивайся, дитя. Неудачи неизбежны, и преодолеть их можно лишь со временем и с большим упорством. Ты связался с богиней Афиной. Она должна была сдержать свое слово. Ты права, Никто. Спасибо, что наладила между нами связь. Я знаю, что ты многим рисковала, попытавшись связаться с ней. Не я рискую. Предположительно, со временем олимпийцы сами затянут себя во все это. Не раскрывай им ничего из того, что им до сих пор неизвестно. Ясно? Да, ясно. А теперь ступай. А ты чего улыбаешься, призрак? Так, а куда мне гоу? Погодите, а где мои эти дары? В смысле, почему у меня нет пьяного стиля в прыжке? И меча нет. Батя, верни меч хотя бы. Пофиг на пьяный стиль, как я без меча-то буду? Поговорить. Ахиллес, забытый герой. А ты что тут делаешь, Ахилл? Рад тебя видеть, парень, несмотря на обстоятельства. Не забывай, чему ты здесь научился. Боль смерти всего лишь еще одно препятствие. Это тебя пятка твоя предала, Ахиллес, я знаю. А страх удел слабых. Береги себя, Ахиллес. Оглядеть. Дом Аида. В этом темном и роскошно обставленном жилище обитает не только сам царь подземного мира, но и его своевольный отпрыск. Это мы, это да, это отпрыск, это я. Ты же в курсе, что я тебя слышу, старик? Расслабиться можно. Давайте расслабимся. Нет времени на... Нельзя расслабиться. Вот часто такое бывает. Хочешь расслабиться, а времени на отдых уже нет. Куда мне идти? Никто. Ник, тут что-то есть? Может, тут расслабиться можно? Расслабиться. Не так удобно, как кажется. В смысле? Батя, стулья неудобные. Пошли в Икею. Ты раздражаешь меня, мальчик. На внушительной мастерски изготовленной мозаике изображен царь подземного мира, восседающий над своими бескрайними владениями, в то время как хтонические подданные глядят на него с благоговением. Батя, ты раньше был более лысый. Потише! Тебя тут лысым изобразили, а ты вот стрики волосы отрастил, прям металюга. Ну что еще, у меня гора адской документации. Понятно, давай хотя бы с Цербером поговорим. Адский сторожевой пес Цербер смотрит на принца подземного мира со смешанными чувствами. От искренней радости до глубочайшей тоски. Присматривай тут за всем вместо меня, хорошо, дружок? Ты же знаешь, я бы забрал тебя, если бы мог. Маленький Цербер. Может, батя нас отпустит, если мы договоримся, что выгуляем собаку? Привет, комната, я вернулся. Используй зеркало, чтобы стать сильнее. Да?
Чтоб жизнь так работала все. Размышлять. Ночь и тьма, укажите мне путь. Зеркало ночи. Так, это, так я понимаю, поинты прокачки, да? Неповиновение смерти. Я хочу неповиновение смерти. Восстанови 50% здоровья вместо смерти, когда закончатся все очки здоровья. Один раз за ранг. Восстанови небольшое количество здоровья при выходе из зала. Плюс один за ранг. Наноси дополнительный урон, если бьешь врага в спину, атакой или особым ударом. Нет, давайте вот это. Ага, еще раз нельзя. Понятно. Ну вот так пойдет. Разблокировать таланты. Открой два новых таланта, скрытых внутри зеркала ночи или скрытых внутри тебя. У меня нету 5 ключиков. У меня один ключик. Увидимся в зеркало. Хотел бы я в жизни так подойти к зеркалу и поразмышлять, прокачать себе что-то. Так, это что? Оглядеть. В покоях принца Загрея всегда царит полный беспорядок, хотя его повелитель и хозяин дома не раз велел ему прибраться за собой. Ой, да ладно, разве все так плохо? Да не, у него еще не прям дикий срач. Ну да, какой-то лут. Какие-то мешки, книги, свитки. Ну, зато пацан читает, умный. Так, тут что? Отдохнуть? Некогда спать. В смысле? А зачем тогда эта кровать, если спать некогда? А сквозь кровать можно? Фига! Я хочу так уметь. Смотрите, становишься, короче, допустим, ну, это же объект. Можно так и условиться, что сквозь шкаф или сквозь стену можно пролететь. Опа. И ты уже на другой стороне кровати. Тут ничего пописать нельзя, да? Домашнее задание сделали. Пошли дальше тогда. Пошли дальше. Okay. Так. Используй ключ, чтобы разблокировать оружие. Какое оружие? Их тут много? Я могу выбраться через то розовое окно. Ага, я понял. Так, оружие. Это что такое? Это доступное? Оно не... Да, это у нас есть. 4 ключа стоит какое-то копье... 3 ключа проклятый щит, 1 ключ стрелы и лук. Хочу стрелы и лук. Так-то лучше. Новое оружие разблокировано. Каранхит. Каранакт. Ищущий сердце. Что за... Удерживай, чтобы стрелять. И ты зовешь это ударом? Неплохо. Отпусти во время вспышки для мощного выстрела. Нажми во время рывка для атаки после рывка. Нажми во время рывка для атаки после рывка. В смысле, для атаки после рывка? Ага. Вот это классная история. Нет! Ой, мы случайно. Ха-ха, неплохо я тебя провел. С тобой поговорить нельзя? Пойдем с помощью лука попробуем кого-то надраконить. У какое царство у нас? Я справлюсь. Для начала нужно пробраться мимо проклятых теней Тартара. Проще сказать, чем сделать. Я наверняка встречу Мэг. Последний достигнутый зал 10. Река пламени должна быть чуть дальше. Оттуда найду, как подняться в Элизиум, а потом... Ладно, попробуем еще раз. Окей. А тут что такое? Изучить. Пока нет сувениров. В смысле? Где мои сувениры? Можно взять опять меч. Попробуем с луком, наверное, сыграть. Сбежать. Тьма, дай мне сил. Собственно, опять в самом начале. Гром, это... Это Зевс? Это действительно он? Хорошо. Именем Аида, Олимп, я принимаю это послание. Приветствую тебя, юноша. Знаешь, с твоим отцом всегда было непросто, и он уже довольно давно не посылал даже весточки о себе. Тебе будет лучше на Олимпе. Здесь твой настоящий дом. И мое благословение поможет тебе в пути. Это, собственно, Зевс. Зевс. Брат Аида, главный бог, царь олимпийцев, в конец концов. Выбери один из даров, громовой размах. Особый удар бьет ближних врагов,
разрядами молний на Q. Урон от разряда 30. Электрический разряд. Бросок становится клубком цепных молний, рикошетящим между врагами. Урон броска 60. И еще рикошетить будет. Рывок бьет ближайших врагом разрядами молний. Урон от разряда 10. Мне нравится громовой рывок. Царственный дядя Зевс предлагает помощь. Не думал, что доживу до этого дня. Или ночи. Без разницы. Слышь, тварь. Спокойно. Спокойно. С луком удобней. Ага, теперь у нас... Кыш. Теперь у нас невинный залп, а... Залп с помощью... Залп с молниями. Давайте мы на этом остановимся, дорогие друзья. Оглядим вот эту штуку. Повелитель Аид может быть уверен, что души мертвых останутся в подземном мире до скончания времен. Ведь этот лабиринт бесконечных залов постоянно меняется. Окей. Okay. Хорошо, что я не мертв. В общем, будем играть дальше. Будем играть дальше. Затягивается, знаете ли. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. Увидимся в следующем эпизоде прохождения Hades и в других играх. Всех обнял.